Кайрлы Кун. Добрый день, дорогие коллеги. Всегда солнечный и всегда безоблачный Петербург сегодня плачет дождем. Он плачет, потому что подошел к концу первый набор одной из самых наших любимых программ Executive MBA – стратегическое управление и лидерство, которое мы делаем с одним из наших самых близких партнеров – Алматы Management Университет. Я поздравляю вас, что, несмотря на все каверзы судьбы, на внезапно закрывшиеся границы стран и двери университетов, на переход в новый онлайн-формат обучения, вы успешно закончили программу, достойно защитили проекты и готовы применять все полученные знания в своей карьере. Экономики наших стран, наши рынки остро нуждаются в таких топ-менеджерах, в таких лидерах, как вы. Я уверен, что те знания, опыт, те идеи и те связи, которые вы приобрели в ходе обучения на программе, вы уже успешно используете, меняя свои компании к лучшему. Успехов вам и удачи! И помните, что признание нас, как лидеров бизнес-образования Казахстана и России, напрямую зависит от ваших успехов и удачи, от вашей финансовой удачности и карьерной успешности. Поэтому пожелание успехов и удачи абсолютно искренне. До новых встреч в стенах Алматы Management Университета и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Дорогие выпускники, я очень рада, что мне представилась возможность знакомства и совместной с вами работы, как дистанционной, так и во время вашего визита в Петербург в прошлом году. Я поздравляю вас с окончанием программы и желаю вам новых, амбициозных, смелых проектов. Буду рада видеть вас на мероприятиях нашей ассоциации выпускников. Дорогие выпускники, мне особенно приятно поздравить вас с окончанием совместной программы. Казахстан – моя родина. И благодаря альянсу двух ведущих бизнес-школ России и Казахстана у вас появилась возможность получить бизнес-образование высокого уровня. Уверена, что вы будете использовать полученные знания и навыки для исключительно благородных и интересных задач. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами два этих чудесных года. Было много сложного, было много интересного. Мы кайфовали, мы получали удовольствие от общения с вами. Надеюсь, что и вам тоже было интересно, и вы тоже получили удовольствие. С первого дня вы были членами нашей большой и дружной семьи GSOM Family. Вы остаетесь ими сегодня, и вы останетесь ими навсегда. Привет из Питера!